Так вот, мы скосили здесь где-то около 10-12 гектар сена. Сегодня 27 июня. Пробуем наши новые колесно-пальцевые грабли. Эконом вариант. Но сейчас вот он поближе подъедет, я покажу. И здесь где-то 15 гектар еще скошено. Вот сегодня пробуем все сгребсти. Так, вон он едет. Не получилось у нас купить прицепные. Пришлось купить навесные. Обошлись они где-то 50 там с копейками, 52 или 53, я точно не помню. Заказывал я, как всегда, в Агро. Агро в Белгороде. Захват большой. Единственное, что мне кажется, широковато делает валок. Не знаю, сейчас посмотрю, что он там сделал. Вдалеке второй раз. Сейчас его остановим, посмотрим грабли еще раз. Мне кажется, он их очень низко опустил, колеса будет уворачивать. А так, в принципе, все нормально. Единственное, что я говорил, что волок, блин. Кажется, широковато получается.
чуть-чуть сена дойти. Вот этому там уже в начале готово, но у нас Серега только рулонит, так что завтра он часов 11 начнет рулонить это все. И это как раз дойдет уже сено. Потому что там трубка попадается чуть-чуть. Иван-чай. И они еще не дошли. А так сено готово. Все.